15-й тур чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд первой лиги. Микошевичцы на своем поле принимают футбольный клуб «Уранович». До этого соперники пересекались 11 раз. Из них 7 поединков закончились победой сегодняшних хозяев поля, а первый поединок в данном сезоне закончился в ничью со счетом 1-1. На сегодняшний день «Барановичу» 6 туров к ряду идут без поражений, а микошевичцы в минувшем домашнем матче минимально уступили «Волне». We'll be right back.
2019-го тура Микошевичцы на своем поле обыграли гостей из футбольного клуба Барановича. Авторами забитых мячей за хозяев поля стали Павел Цесликевич и Ян Синкевич. Смотрите наш канал, подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии.